мне и тебе спасибо за комментарии. А ты прямо сейчас лайк поставь этому видео. Подпишись, если ты не подписан. Это очень важно. От этого зависит моя жизнь. А пока будешь смотреть видео, напиши комментарий. Поехали. Мама шила мне штаны из березовой. Моя ленивая волосатая куся-пуся. А ну иди ка мамочке. Да, мамуля, ты меня звала? Одевайся, надо сходить в магазин за кефиром и за хлебушком. Мама, я ровно 4 минуты назад пришел домой с улицы и только что переоделся в домашнее. Ну и? Блин, нельзя было ровно 4 минуты назад об этом сказать, когда я только пришел домой. Так, малой, не спорь со старшими. Держи вот тебе 50 гривен. Вали давай. Бесишь. Ты что-то сказал? Говорю, это сдачу можно себе оставлю? А, да, можно. Мама шила мне штаны из березы. Ой, ну а что, мама? Вот такие вот дела, да. Малыш, бабушку надо с Днем Ангела поздравить. На. Нет, мама, я не хочу. Нет. Ага, да, мама, да. Я сказала, трубку взял, паскуда малолетняя. Алло, привет, бабуля. С Днем Ангела тебя. Здоровья, удачи. Вот. Ой, мама, эти подростки, у них одни компьютеры в голове. Мог бы нормально с бабушкой поговорить. Неделю наказан. Да, мам, да. Да ёперный балет голых стриптизёрш на 23 февраля. Фу. Мама шила мне штаны из берёзовой. Имбецильчик мой пухло-бородатенький, а ну иди сюда. Ты звала меня мамзелька. Садись, у меня к тебе очень серьёзный разговор. Мамулечка, это все слухи. Я не целовался с Аней на 4-м этаже в женском туалете. Это был не я. О чем это ты? Что это за Аня? Я не поняла. А ты о чем хотела поговорить, мама? Сыночек, перестань есть козюли, когда я с тобой разговариваю. Прости, говори. Ты уже в 5-й класс пошел. Пора определяться. Кем ты будешь в будущем? Так я это уже определился. Да? И кем же ты хочешь стать? Врачом, наверное? Не, ма, точно не врачом. Я буду супер-пупер популярным блогером. Ну и рэп-певцом, может быть. Что? Нет! Только через мой труп! Это вообще не профессия! Подпишись на канал. Мама шила мне штаны. Так, вроде все. Полы помыл, посуду помыл, пыль вытер, домашнее задание на год вперед сделал. Надеюсь, она меня не убьет. Сыночек, я дома. Господи, спаси и сохрани, Господи, спаси и сохрани, Господи. Где же ты прячешься, мой бицельчик недоношенный? Прошу вас, ангелы и все святые, спасите, помогите, не дайте ей меня наказать. Смотрю, ты убрал в квартире, о, и ужин приготовил. Походу, действует, успокаивается. И домашнее задание сделал? Да, мамочка, ты больше не злишься? Уже не злюсь, я просто в ярости! A few moments later. Чтобы все двойки и тройки исправил к концу этого месяца. Ясно? Ага. Мама шила мне штаны из березовой. О, наконец этот момент. Сейчас я узнаю, кто убил ТикТока-бота. Привет, сын. Чё смотришь?
Привет, мам! Смотрю, восстание тикток-машин против человечества. Очень интересное кино. Понятно, фигню какую-то. А пульт где? Под телеком. Так, можешь идти делать уроки. Я все равно сейчас переключать буду. Буду смотреть, давай поженимся с Гузеевой. Да. Май, это что за подстава? Я не понял. Так, я не поняла, ты хочешь без карманных денег остаться? Нет, злая бородатая истеричка. Каждый год десятки тысяч парнишек и девчонок не досматривают клевые видосики до конца из-за тупых телепередач. Мама шила мне штаны из березы. Ну вот что это за наказание такое на мою голову-то, а? Ну, мам, я не хотел. Не хотел он. Так напугал бабу Зину, что у нее инфаркт случился. Ее скорая забрала. Я просто пошутил. Кто ж знал, что она такая слабенькая? О, ей 89, имбецильчик мой переросток. У тебя что вместо мозгов шаурма, что ли? Вот зачем ты сейчас про шаурму вспомнила? Я кушать захотел. Тебе бы только пожрать и вот в эти свои бю-бю-бю игрушки поиграть. Вот у тети Клавы сын. Ботан он. Не ботан, а отличник. Учится, только хорошие оценки. Маме постоянно помогай. Еще и активист. Да нудный ботан он, мама. Не сын, а наказание одно. Тьфу. Мама шила мне штаны. Как хорошо, когда живешь один. Захотел похудеть, похудел. Интересно, кто там? Привет, сынулька. Ну как ты тут? Да все отлично, мам. Ты что тут делаешь-то? Я-то по делам. Вроде я ананас нечищенный. Что такое? Что случилось? Что-то не так? Да ты худой, как спичка. Ну хорошо, я предчувствовала. Мать сердечко, как сдала продуктов, привезла с собой котлетки, борщик. Пойдем кушать, сына. Фак, накрылась моя диета и мое похудение.